Я? Нет, смотри. Пить очень хочу. Сейчас, минуточку. Это ты, девушка, через лимат вплавь, что ли? Ага. А донесение кому мне передать? А это ты мне передай, а я уж сама кому следует. Тебе переодеть надо. Сюда женщина входила? Нет. Скажи-ка, девушка, а тут ко мне от сына человек являлся. Привет передавал. Он что ж, придет? А его вчера убили в бою. Вот потому и меня прислали. Ну, а сын мой, он все командует у вас? Командует. Он вам кланяться просит. Ишь ты какая. Как пришла, целый кувшин выпила, а сейчас опять чай пьешь. Да ведь у нас с водой там плохо. Водокачку взорвали, стакан на день. Прям хоть соленую из лимана пей. А это кто, Иван Никитич? Он. Да ты в карточку не гляди. Он не особо что-то интересное из себя. Зато орел парень. У нас его все очень любят. А ты что это интересуешься, ты девушка? Да нет, ничего, так просто. А я уже думал, что вы... Что подумали? Ну, может, любовь у вас. Нет. Нет? Нет. Кто там? Это я, Харитонов. Маруся. Это я. Пусти, ради бога. Пришла? Входи. Я думала, ты меня не впустишь. Но я больше не могу. Сил моих нет. Нет, дальней дороги тебе не выходит. Как тут жила, так тут и помрешь, дура, дурой. А вот доктора твоего в поганом болоте утопит. Такой он гадюкой оказался. Ты уж извини, гадюка. Говорю, что думаю. Что ему было делать? Что делать? Пришли, стали в доме жить. Потом городским головой назначить. Он не хотел. Да это я верю, что не хотел. У него же главная мысль не об этом. У него главная мысль живым остаться. Раз струсил, два струсил, а дальше и до подлости дошел. Вот
сын твой вернется. Ай. Он вас отблагодарит. Спасибо, скажет родителям, что фамилию мою опоганили. Отмыть нечем. Вот что сын-то скажет. Только бы был жив. Только бы был жив. Да что вы стучите? Тут не заперто. Сюда женщина входила? Входила. Где она? Там. Господин Фельдфебель, здесь! Здравствуйте. Марья Николаевна, вы-то как сюда попали? Я пришла навестить Марфу Петровну. Это мой старый друг. Так, 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 так. Идзей, камале! Офа! Когда-нибудь. Тройка, семерка, туз. Вы давно здесь? Давно. Следующий дом здесь нет. Да сердцем катцем. Козловский. Они его из Николаева привезли. Из Николаева? Это, я считаю, хороший примет, что привезли. Потому что, значит, подлецов-то им в каждом городе не хватает. Эх ты, взяла бы узелок, связала бы платьишки, да и ушла бы от твоего-то. А немцам-то бы на прощание порошку подсыпала. Где тебе? Наконец-то! Завяжи мне галстук. Ну, встань же. Новое начальство приехало. Господи, Господи. Была у Сафоновой? Была. Говорила, что я тебе велел? Говорила. Противно мне все это. А если я буду убит, тебе не будет противно? Завтра опять пойдешь к ней и опять, между прочим, упомянешь, что я страдаю. Поняла? Поняла. Только зачем тебе все это? Зачем? В Херсоне партизаны убили городского голову. А я кто? А к Сафоновой кто-нибудь и ходит. Она немцам не скажет, что я страдаю, а им скажет. Боже, боже мой, чем весь этот ужас? Бросили бы все и ушли куда-нибудь в деревню. Спасибо. Еще раз 17-й год. Опять все сначала. Дом и вещи. Мне, матушка, 55 лет. И без всего вот этого я дерьмо, нуль. Дай пиджак. Платок. Помяни царя. Альгиза! Очень рад познакомиться с вами, господа. Надеюсь, что эта встреча принесет пользу вам,
мне и Германии. Может быть, у кого-нибудь есть особые просьбы ко мне? Прошу вас. Господин генерал, я уполномочен просить вас от имени собравшихся здесь офицеров оказать нам честь своим присутствием на нашем общем ужине. Очень тронут. Обязательно буду. Ваше имя, ротмистр? Фон Избах. Как? Фон Избах. Фон Избах? Ротмистр фон Избах. Командир 189-го полка 4-го эскадрона отступил вопреки приказу. Я написал объяснение. И ваши объяснения были найдены командованием неудовлетворительными. Ротмистр был ранен. Вы получили приказ о расстреле ротмистра фон Избах. Он был подписан мною позавчера. Вчерашним налетом была нарушена связь, господин генерал. Господин полковник, приказ был подписан и должен быть приведен в исполнение. Немедленно. Еще раз благодарю за приглашение, господа офицеры. Вашим словам, господин полковник, у вас обстоит все великолепно. Однако русские почему-то держатся. Я полагаю, что положение русских совершенно безвыходное. 5 дней назад мы уничтожили последнюю водокачку, и они остались без пресной воды. А что же они пьют последние 5 суток? Может, мы подумаем? Они должны что-нибудь пить, не правда ли? Итак, либо русские научились пить соленую воду из лимана, либо ваша разведка поставлено отвратительно. И вы не знаете, где русские хранят запасы пресной воды. Кого вы сейчас посылаете в разведку? Козловского. Козловского — это хорошо. Дадите ему сутки. Ровно сутки. Через сутки начнете артиллерийскую подготовку. Уточните расположение русских. Русские стоят от восточной стороны лимана до поселка Заречный. И от высоты 115 до Безымянной. Кругом нашей части. Сколько у них людей? Свыше батальона и несколько отрядов гражданского населения. Я надеюсь... Нет никакого дела, на что вы надеетесь. Один русский батальон торчит в нашем тылу и сдерживает целую германскую дивизию. А вы-то на что-то надеетесь. Вы понимаете, господин полковник, что эта запертая в угол пешка может сыграть... Если русские начнут наступление вот отсюда! Это вы понимаете? Или вас нужно снова посылать в академию, чтобы там вталкивать Этот отвечать не будет. Я их достаточно изучил. Поверьте его. Кстати, господин полковник, зачем у вас так высоко вешают? Населению приходится задирать голову для того, чтобы прочитать плакат. Это очень неудобно. Плакат нужно вешать не здесь, а много ниже, вот, ну, примерно здесь у тебя фраг. И ноги на полметра от земли. Не нужно забывать о воспитательной стороне казни. Ну, все. Мне нужен только полковник Вернер. Итак, господин полковник, решено. Ровно в 10 вы начинаете артиллерийскую подготовку, и 12 утром вся операция должна быть закончена.
Товарищ капитан, лазарет на проводе. Яд? Так что же это вы? Обещали вылечить и не вылечили. Крохлев помер. Ладно. Да, Ильин, людей мало осталось. И Петрова вчера убили. Или нет, когда же это? Ты у меня который день за комиссара? Да уже два, нет, три дня. Фу ты, черт, три. У меня от этой бессонницы все дни путаются. Слушай, комиссар. Да? Придется нам от каждой порции воды еще сэкономить. Для лазарета, для раненых. Сделаю. Шура, этого, который студентами командует, ну как его? Вася? Да, Васина. Вызвала? Вызвала. Так. А Валя когда должна вернуться? Сегодня. Тогда ей уже давно надо здесь быть. Ой, неужели немцы взяли? Ну, начала выдумывать. И чтоб я этого больше не слышал. По вашим приказаниям явился. Товарищ Васин? Так точно. Здравствуйте. Здравия желаю. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Так. Вы, кажется, в техникуме военное дело преподаете. Преподавал. Теперь, как вам известно, я командую отрядом студентов. Да, это мне известно. Я слышал, что в русско-японской войне участвовали. Так точно. И в германской вы получили награду. Так точно. Золотое оружие. Золотое оружие. Золотое оружие — это ведь за храбрость давали. Так точно. Слушайте, товарищ Васин, вы город хорошо знаете? Местный уроженец. Родился в 1879 году. Так, так. Хочу я вас к себе в начальники штаба взять. Как вы считаете, а? Как прикажете. Если приказать-то я могу. Но вот здоровье-то ваше как? Сможете? Полагаю, что смогу. Это на Лимань, по-моему, а? Так точно. У левого брода. Валя, ты? Кто такой? Окруженец. Из-под Николаева пробираюсь. Младший политрук Василенко. Позвольте, так что же это вы? Уже лиман перешли, а потом опять к нам? Товарищ капитан, так я ж в городе узнал, что тут наши. Хоть в окружении, а все-таки наши. Так-так. На кнале кинул. Документов, небось, нет? Есть. Ишь ты, с документами. Ну, ладно, давайте его в штаб, там разберемся. Ну, пойдем, товарищ. Вы старой армии какой чин имели? Штабс-капитан. Штабс. Ну, штабса теперь нет, значит, капитан. А из Красной армии с каким званием уволились? В 1929 году по инвалидности вышел в отставку в должности комбата. Комбат. Ну, комбат теперь тоже нет. Значит, майор? Так что ли? Ты чего? Ну нет, Валь, завтра будет. Пиши, пожалуйста. Начальником штаба обороны города
Назначаю майора Васина. А.В. Ну, а дальше сама знаешь. Разрешите приступить к исполнению обязанностей? Приступайте. Я вам сейчас хочу показать карту, Александр Васильевич. Прошу туда. Товарищ капитан, прибыла. Ой, Валя! Ах, будь ты неладная. Ты что же это людей с ума сводишь, а? Да я все сделала, товарищ капитан. А разве нам только это важно? А то, что ты жива или мертва? Нам это тоже может быть важно. Понятно? В кого из пулемета стреляли? В тебя, что? Ага. Меня, товарищ капитан, прожить и доложить? Никаких доложить, иди сушись. Шура! Да никуда я не пойду, прежде чем не доложу. Тебе говорю, иди сушись, потом доложишь. Никуда я не пойду, прежде чем не доложу. Понятно? Ну, давай скорее. Передала? Передала. Пакет есть? Вот. Сушиться иди. Ну? Морозов велел передать, что завтра ночью будет переправлять, чтобы не стреляли. Все. Иди слушайся. Да ну нет же, не все еще. Ведь ты же зубами стучишь, дура. Да он велел передать, что завтра в 2 ровно. Понятно? Все. Все. Ну. Иди грей ее скорее. Дай там что-нибудь, в крайнем случае, шинель мою. Ну, штаны дай. Ясно? Ясно, товарищ капитан. Ну, давай, скорее, 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 скорее. Проклятая девка. Почему проклятая? Что упорная. Это хорошо, что упорно. Ну, а разве я говорю, что плохо? Я ведь так любя говорю, проклятая. Любя? Ну да, сочувствие. Ну что ж, я человек на смерть пустил, я уж за него и волноваться не могу. Вот партбилет. Без карточки, конечно, но главное сохранилось. Верно? И удостоверение 2 листика. Больше, конечно, не мог запихнуть. Ты его был услышала? Никак не могу вспомнить. Где я его слышала? Вальк. А он тут переживал. Кто это он? Ну, капитан. А. Неужели он тебя опять пошлет? Знаешь, Вальк, я просилась, а он не велит. Почему? Потому что я здешняя, вот и все. А ты не здешняя. А сам переживает. Я на него иногда погляжу, а у него глаза озорные. Даже страшно. Беда для баб. Ой, он некрасивый. Вот тебе не нравится? Нет. Распишитесь. Выходит, с водой-то у нас дело плохо. Почему плохо? Ну, воды у нас просто нет. Так я ведь почему? Меня бойцы-то будут спрашивать. Бойцы у вас об этом спрашивать не будут. Товарищ Ильин, да? Вас просит капитан. Садись. Романенко убили. Придется тебе в 3-ю роту идти. Только ты, комиссар, смотри у меня там. Не очень. Поосторожнее, понятно? Я понимаю. Если со мной что-нибудь случится, то я думаю, что другим вперед будет легче идти. Да не хочу я от тебя этих слов слышать. Не другие, а мы с тобой еще. Мы вперед пойдем. Эх, ну, короче говоря, придется тебе заступить, Романенко. Сам знаешь, участок тяжелый, так что ты смотри, пожалуйста. Если и тебя убьют, мне очень будет трудно без тебя. Можешь быть свободен. Иван Никитич, уснули бы, ведь уже 3-ю сутки не спите. А ты откуда знаешь? Ведь ты только что от немца пришла. Я спрашивала. Эх, Валечка, Валюша, ведь придется тебе завтра или в крайнем случае послезавтра опять к немцам идти. Ну и хорошо. Чего ж тут хорошего? Ничего тут хорошего нет. А почему нет хорошего?
А ты лишних вопросов начальству не задавай. Понятно? Понятно. Садись. Придется тебе идти и передать, что мост рвать должны. Ну и все подробности, что и как. Только это уже запиской не годится. Это наизусть будет зубрить, слово в слово. Хорошо? Ну, хорошо или нехорошо, а надо будет. Два раза ходила, третий пойдешь. Потому что Родина этого требует. Видишь, какие я тебе слова-то говорил. Вам холодно будет, Иван Никитич. Вот вы, Иван Никитич, говорите «Родина». И вообще, вот когда все говорят «Родина», они, наверное, что-то очень большое думают, когда говорят. А вот знаете, я нет. Вот вы знаете, Иван Никитич, у нас в Новониколаевке так наш дом на краю стоит, около речки. И в саду у нас там две березки растут. Я еще качели на них вешала. Так вот, вы знаете, вот когда мне про Родину говорят, а вот я почему-то эти две березки вспоминаю. Может быть, это и нехорошо? Нет, хорошо. А вот как вспомнить две березки. Около мамы стоит и брат. А брата вспомню. Вспомню, как он в Москву уехал учиться. Как мы его провожали. Станцию вспомню. Дорогу в Москву вспомню. Москву вспомню. Все вспомню. А потом подумаю, откуда же я вспоминать-то начала. И опять от двух березок. Может быть, это и нехорошо. А, Иван Никитич? Нет, это хорошо. Мы, наверное, все так вспоминаем. Каждый по-своему. Ты только как там будешь, ты матери скажи, чтоб она с немцами не очень вершилась. Я ее еще видеть надеюсь. Хорошо. Да, ну и ты не очень там. Осторожно. Ну, в общем, понятно. Понятно. Хотел бы я тебе еще кое-что сказать. Да не стоит. Потом, когда обратно придешь. А если не приду? Но если не придешь, все равно незачем говорить. Уснули бы вы, Иван Никитич. Что-то я совсем отвык спать. Просто не могу спать. А вы попробуй. А я вам песню спою. Какую? Какую? Ну, какую детям поют колыбельную. Вы уж побрились бы, что ли. Хорошо. Вот как вернешься, тогда и побреюсь. Ну, черт, я не могу спать. И песня не поможет. А знаете, Иван Никитич, я не боюсь людей. Вот первый раз боялся, а теперь не боюсь. Мне кажется, что я приду, что вы побреетесь, ждать будете, верно? Ну вот и уснул. Отлично! Отлично! Начинайте наступление у Лимана,
и одновременно прикажите атаковать южный перешеек. Отлично. Врут сегодня как бешеные. Пожалуй, поменяю место. Да. Товарищ старший лейтенант! Правильно. Товарищ Васин, сними с лимана студентов и перебросьте их к Клину. Одновременно прикажи у левого брода поднять побольше шума. Ветер! Ветер! Концентрирует силы у левого брода. Что у нас там? 102-й. По вашему приказу 12-15 мы начинаем переброску 102-го полка к южному перешейку. Отменить переброску. Следовательно, задержать операцию перешейка. Это не должно задерживать. Пусть повторят атаку, не дожидаясь резерва. Аппарата. Вы. Товарищ Васин, примите команду на третьей роты. Слушаюсь. Шура, выдай товарищу Васину бочонок воды. Последний. Ну что ты мне глупые вопросы задаешь? Валя! Я? Свезешь товарища Васина на перешейк и сейчас же обратно. Товарищ капитан, телефон. Товарищ капитан, разрешите? Да. Да, я. Перебрось туда пулеметный взвод. Да-да. У Старченко возьмите человек 15. Да. Разрешаю. Ванька. Я Иван. А может, это не ты, может, это дух твой, а? Но дух разве на 5 пудов дух бывает? А, ну, это верно. Шура! Товарищ капитан, ну? Юпитер на проводе. Шура, дай ему покушать, и порцию воды ему там причитается. А это будешь? Ну так. Ну и этого тоже. Здравствуйте, Шурочка. Здравствуйте, Иван Иванович. Ух ты.
Эх, Рюбочка Христова, откуда ты? Из Ростова. А паспорт есть? Нема. Ну вот тебе и тюрьма. Ну что ж ты радуйся, живой пришел. Она мне не радуется. Они меня за нехорошего человека считают. Я им своей откровенностью не нравлюсь. Это кому же им-то? А вот Шурочке, например. Всем им женщинам, сословием всему ихнему. Товарищ лейтенант, соединить меня с Луной. Есть соединить. Ну? Был? Угу. Наши наступать собираются. Аня, может, нас отобьют, а? Может быть. Товарищ капитан, Луна на проводе. Глоба! А, Валентина Николаевна! Как живете, Ванечка? Да как все, товарищ Глоба. Как все, так и я. Так говоришь, наступать будут? Будут. Я у генерала был. Ну и как же ты ему доложил? Ну, как говорили. Сказал, чтобы выручали нас. Ну, конечно, говорил, что если это против плана идет, то мы выручки не просим, сказал. Ну и, конечно, что мы все-таки жить хотим, это тоже сказал. Я это сказал. Ну, сказал. Да они, в общем, сами представляют себе это чувство. Ну, а что приказывает нам? Ну, конечно, пакеты с Сергучем нести я не мог, поскольку я шел как бегущий от красных. Но приказ дан. Держитесь, говорят. Слышала? Держись. Ну, а как и что, говорят, делегата пришлют на самолете. Вот. Иван, ну а у тебя как? Товарищ капитан, к телефону. Да, ну и времена пошли. Женщина и вдруг на фронте. Я бы лично вас берег, Валечка. И вас, и вообще. Пусть бы вы нам для украшения жизни живыми показывались всегда. Ну что же, по-вашему, у нас другого дела нет, кроме как вам для радости жизни показываться? А как же? А для чего создается женщина? Женщина создается для украшения жизни. Война – дело серьезное. Во время нее нужно жизнь украшать больше, чем когда бы то ни было. Потому что сегодня она – жизнь, а завтра она – пар. Так что приятно напоследок ее украсить. Валя, на заставу поедем. Так значит, по вашему жизни елка, что ли? Игрушки на нее вешать? А хотя бы елка. Желтые иголки на пол упадают. Все я жду, что с елки мне тебя подарят. Да это я не про тебя, Валечка. Ты девушка суровая. Тебе вот даже со мной разговаривать скучно. А вот Шурочка много радости некоторым людям доставила. Ничего не могу сказать про нее плохого. Хороший у нее характер. И это вы считаете хороший характер? А как же? Неприятно мне с вами разговаривать, Иван Иванович. Ударить хочется. Так это ударить легко, понять трудно. Перешейки они отбили все атаки. Возле Южного Брода, как выяснилось, они устроили просто демонстрацию, которая нам задержала переброску 102-го полка. Отлично. Мы подождем. Дайте людям отдохнуть. Стяните всю артиллерию к Южному перешейку. Перебросьте 102-й полк. Даю вам на это 2 часа. Ну, доктор, надеюсь, вы искренне нам преданы. Искренне, господин генерал.
И все те, кто борется против нас, это ведь и ваши враги, доктор. Да, господин генерал. Я надеюсь, что ваша жена сказала неправду. И ваш сын не борется против нас. Нет, это правда, господин генерал. Мой сын у них в армии. К вашему большому сожалению. Я с ним давно уже в ссоре. Вы отвечайте. Ваш сын в Красной армии, к вашему большому сожалению. Да, господин генерал. К моему большому сожалению. Если бы ваш сын не был в Красной армии, ваши сожаления окончились бы. Конечно, господин генерал. Подойдите поближе. Вот это лицо вам знакомо? Это ваш сын Николай. Вы видите отверстие в билете? Это, конечно, пуля. Я полагаю, что на этом отверстии ваши сожаления окончились. Ваш сын уже не в армии, вы можете быть довольны. Ну как, вы рады этому, доктор? Громче! Да или нет? Рад, господин Ильин. Ну вот видите, Розенберг, мы с вами напрасно сомневались. Доктор рад. Можете идти, доктор. Разбудите меня через полчаса. И очень прошу вас, Розенберг, приготовьте мне, лично приготовьте, чашку вашего великолепного кофе. Можете идти. Да. Это, пожалуй, у меня единственные свободные полчаса на этой неделе. Маша. Маша, что тебе? Я хочу тебе сказать. Ну, черт с тобой, но ведь ты же доктор. Повела к тебе, нашла кого. Лежит она у тебя там под окнами. Ну, что ж ты стоишь-то? Да при чем тут я? При чем? Да ведь ты же подписывал, что после 5 часов не ходили, чтобы стреляли. Это не я, это комендант. Да ты же проклятый. Не кричите. Буду кричать. Вы зачем женщину убили? Если кого-нибудь убили после 5 часов, это правильно. А вас за то, что вы ходите после 5 часов, придется арестовать. Престол. А может быть, придется вас повесить. Ты вешай. Клаус,
Позовите дежурных. Доктор, как ее фамилия? Сафонова. У нее, вероятно, есть кто-нибудь в армии. Есть. И муж есть, и сыновья есть, и все в армии. И у меня тоже сын в армии, и меня вешайте. Вот, мы обе подруги, и сыновья у нас у обеих в армии. Маша! Придется повесить. Хотела бы я, господин капитан, полететь в города ваши немецкие, взять ваших матерей за шиворот и перенести их сюда, по воздуху, и показать им сверху, кого они на свет народили. Каких жаб на свет родили, гадюк каких. И если б не прокляли они вас после этого, то убила бы их вместе с вами, с сыновьями ихним. Эту! А эту оставьте! Спасибо, господин капитан! Благодари, благодари, Иуда! В ножки поклонись! Маша! Маша, у вас, оказывается, был сын в армии. Почему был? Он и есть в армии. Нет, был. Вот взгляните на этот билет. Он найден на убитом русском офицере. Коля. Поверьте, я ценю чувство матери. Я бы никогда не решился сообщить вам эту ужасную весть, если бы не думал, что вы тоже разделяете взгляды вашего мужа. А ваш муж сказал нам, что он очень рад, несмотря на его родительские чувства. Не правда ли, доктор? Ведь вы сказали, что вы очень рады. М? Будьте любезны, доктор. Помогите мне смолоть кофе. Вашей жене нужно несколько успокоиться. Она может мне ответить и после. Совсем поздно. Ты даже не представляешь, как поздно. Спаси
выпьем. Господин генерал! Господин генерал! Это мы его отравили. Я и мой муж. Встань, Коля. Встань! Мы с ним. Мы вас ненавидим. Это мы сделали, мы оба. Стреляй, сволочь! Матери была, я там твои фотографии видела, знаешь. Не стала меня расспрашивать про тебя там разное. А она мне вдруг говорит, ты что ты, говорит, девушка, так, говорит, интересуешься. А я говорю, да нет, так, ничего, просто. А она говорит, а я, говорит, думала, что у вас любовь. А я говорю, нет, я так просто. Надо. Совсем наши близко к лиману подошли. Я сегодня, когда эту канонаду первый раз услышал, первый раз поверил, что мы живы будем. И тебя сегодня пускать страшно. Потому что я раньше думал, все равно, где там или здесь. А теперь думаю, а вдруг мы с тобой живыми останемся, а? Ничего со мной не будет. Вот хотите верьте, хотите нет, а ничего со мной не будет. Я тебя, Валентинка, прошу, ты, конечно, делай, что надо, а так зря не прыгай, ладно? Я тебя очень хочу живой видеть. Я тоже. Пойдем на балку. Запальник и шнур с тобой? Ага. Ноган взяла? Нет, я его оставила. Он тяжелый. На, вот возьми мой. Это хорошо. Это знаешь, если что-нибудь вдруг... Если немцы, так верно? Верно, верно. Ну, ты все хорошо помнишь? Когда мост взрывать, кому поручить, как часовых снимать. Ага. Ну вот. Вы здесь? Здесь. Передайте господину капитану, во-первых, в городе что-то затевается. Какой-то взрыв или что-то в этом роде. Что я пока не знаю, но затевается. Во-вторых, примерно через час у южной балки будет переправляться Онощенко. Зовут Валентина, разведчица. Это связано со взрывом? Очевидно, да. Тогда я спешу. Что это здесь свой? Я, товарищ майор, Василенко. Пусти руку. Пусти, тебе говорят. Что вы здесь делаете? Товарищ майор, да пустите. Это же я вам сейчас все обезоружить. Товарищ майор,
Товарищ капитан. Да. Лащенко переправили? И мне нет. Но сейчас уже должно быть. А что? Где у Южной Балки? Да, а что? Товарищ сержант, соедините место второй роты. Только быстро. Это еще что значит? Это тип сообщил немцам, где и когда переправляется Онощенко. Переправили Онощенко? Я спрашиваю, переправили ли Онощенко или нет. Я знаю, о чем можно говорить по телефону, о чем нельзя. Переправили Онощенко или нет? Что? Что? Не слышу. Что? Кажется, обрыв. Товарищ сержант, пошли. Ветер! Онощенко. Валентина Онощенко переправили? Переправили. Полчаса как переправили, товарищ капитан. Так. Зеленый. Красный. Значит, через день-другой, говоришь, здесь будете? Похоже на это. Пожалуйста. Спасибо. Но мы тут вам навстречу сюрприз приготовили. Мост сегодня должны рвануть. И все, что на той стороне у немцев, там и останется. Мост? Так, так, так. Так вот оно какое дело. Придется, значит, мост. Ага. Выходит, отставить придется мост, Александр Васильевич. Отставить? Совсем отставить. Товарищ Васильев. Я. Позвони командиров, скажи, я вызываю. Есть. Прочел? Прочел. Придется нам, кажется, Александр Васильевич, отложить мысль насчет в живых остатков. Так точно. Ну, прошу поближе, товарищ. Товарищи командиры, части нашей армии подходят с востока, со стороны лимана. Таким образом, немцы прижаты к лиману и к реке. Ну, вы знаете, была у меня мысль взорвать мост через реку у них в тылу. Но оказалась эта мысль неправильное. Вот товарищ привез приказ собрать все силы в кулак, отбить у немцев мост и задержать его хотя бы на 2 часа до прихода наших войск. Ну, чтобы наши войска по этому мосту дальше могли идти. Ясно? Ясно, я говорю? Ясно. Ясно. Я вижу, у вас не очень веселые лица, товарищ. Я вижу, вам кажется, что вдруг не выйдет это. Помрем мы на этом деле. Ну что ж, возможно, что и помрем. Но выйти выйдет. Ну, вопросы есть? Нет. 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 Ну тогда пусть каждый из вас идет и делает, что нужно. Дальнейшее распоряжение и указания получите от начальника штаба. Запомните, товарищ, теперь у нас часы на счету. Можете быть свободны. Александр Васильевич, чтобы немцев с толку сбить, если взять остатки 3-й роты и у Северной Балки вид делать, как будто прорваться хотим. Но такой вид делать, чтобы похоже было. Демонстрация, значит. Ага.
И вот я думал на это дело от тебя, Александр Васильевич. Ну что ж, хорошо. Да, ну, демонстрация демонстрации, а придется забыть от слова. Всерьез идти придется. Чтобы немцы про мост забыли. Совсем забыли. И чтобы на тебя все. Ну, да. Ну, как ты, сможешь? Если вы сомневаетесь... Ну, что-то, Александр Васильевич. Александр, ну вот уж и обиделся. Ну, ладно, ладно. Сомневайся только, что немцы попадутся на эту удочку. Попадутся, Александр Васильевич. Я такое придумал, что попадутся. Вот, Глоба поможет. Вот какое дело, Иван Иванович. Придется тебе идти на ту сторону и передать, что взрыв мост отставить. Ну, сделаешь это... И обратно. Нет. Сделаешь это и пойдешь в немецкую комендатуру. Ну, скажешь, что мы у тебя в печенках сидим. Короче говоря, что угодно скажи, чтоб поверили. И сообщи, что есть у тебя сведения, что ввиду близкого подхода наших частей хотим мы ночью вдоль лимана прорваться, у Северной Балки. И в котором часу, скажешь, завтра в 8. Ясно. Но они тебя, конечно, в оборот возьмут. Но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят. Но все равно, если ты будешь стоять на своем, тогда они тебе поверят. Они тебя как заложника держать будут. И ежели что не так выйдет, то расстреляют. Так. Ну, а ты-то, Ваня, как думаешь? Так выйдет или не так? Не так. Не так выйдет, Иван Иванович. Не так, дорогой ты мой. Боюсь, что нам больше с тобой не свидится. Но пойми, другого выхода у меня нет. Большая судьба от тебя зависит многих людей. Ну что ж. А если помирать буду, песни петь можно? Можно, дорогой ты мой, можно. Ну, раз можно, так и ладно. Ну что ж, идти, что ли? А коли с ней там свидеться придется, передать, что ли, или... Да что ж передать? Ты ей в глаза посмотри. Если увидишь, что это ей нужно, то скажи. Просил муж. Вот как? Муж. Скажи, просил муж передать... Любит он ее. Очень. Вот и все. Муж. Ну ладно, Ваня. Шурочка, там 200 грамм спирита свиньи на дорожку. Что ты на меня смотришь, товарищ капитан? Это я не для храбрости. Это я так, для теплоты пью. Для храбрости это не помогает. Для храбрости песня помогает.
Соловей, соловей, пташечка, кинореечка жалобно поет. Эх, раз, два, горе не беда, кинореечка жалобно. Видел, товарищ капитан, как русские люди на смерть уходят? Вас, кажется, избили? Да. Еще и забьют, если ничего не скажете. Ну, зачем мы переправились? Я переправилась, чтобы успокоить мать одного нашего командира. Но оказалось, что на маме повешены. Да говорите вы правду. Я уже сказала. Меня послали, чтобы успокоить мать одного нашего командира. Я слышал это. Вы будете говорить правду? Я уже сказала. Меня послали, чтобы успокоить мать одного нашего командира. Вы сюда к кому шли? Я уже сказала. Хорошо. Инджи, когда смените с дежурства, можете взять ее себе. Он сменится с дежурства ровно в 10. Если вы, конечно, до тех пор не передумаете. Что такое? Господин полковник, провели перебежчика. Разрешите? Давайте его сюда. Откуда? Оттуда, господин офицер. Сам перешел? Так точно, сам. Санитар? Никак нет. Военфельдшер. Хлоба моя фамилия. Подойдите сюда. Садитесь. Покорнейше благодарим. Что вы хотели бы сказать? У вас, вероятно, что-нибудь есть. Есть, господин офицер. Важные сообщения есть. Но только вот... Ничего, можете прийти. Ее сегодня все равно. А вы ее знаете? Нет. Господин офицер, разрешите папироску? Покорнейше благодарим. Так вот, господин офицер, патронов у них нет, и воды совсем нет. И они решили, кто поздоровее из начальства главным образом, сегодня ночью у Северной Балки вдоль лимана пробиваться. Они там думают атаку сделать. Они думают, что немец их там ждет. Нет, нет, простите. Они думают, что вы их там не ждете. Краузе, вызовите ко мне майора Хольцендорф. А ведь это неправда. Это истинная правда, господин офицер. Господин офицер, ведь я как только узнал об этом, так сейчас же к вам перебежать решился. Господин офицер, ведь я прекрасно понимаю, что если бы я к вам пришел так вот безо всего, вы бы меня могли... Господин офицер. Когда это должно быть? Скоро. 8 часов. Вы в карте разбираетесь? Так точно. Это... Вот здесь.
Господин офицер, это вот здесь. Угу. А вы знаете, что русские подошли к самому лиману? Я все знаю, господин офицер. Вот вы меня давеча спрашивали, почему я перешел. Я вам скажу. У меня был свой домик в Виннице. Жена, семья. И они все разграбили, все разворовали. За что я вас спрашиваю? За то, что я хороший семьянин и хозяйственный мужик. Они меня кулаком называли. 5 лет я в тюрьмах сидел, господин офицер. За что я вас спрашиваю? Я, господин офицер, этих большевиков, будьте они трижды прокляты, ненавижу больше, чем вас. А если вы мне, господин офицер, не верите моим словам, сомневаетесь, так вот, что я вам скажу. Я в вашей власти, вы каждую минуту можете меня раз-два и расстрелять. Это совершенно ясно. Да, для вас это должно быть ясно. Очень ясно. Лемке, отведите обоих в камеру. Краузе. В камере вместе с ними будет наш человек, Курт Мюллер. Для них он, запомните, Семенов. Дайте заключенным по куску хлеба, а Мюллеру вместе с хлебом эту записку. Господин полковник приказал вам выдать хлеб. Берете? Иван Иванович, ну скажите мне, что все это неправда. Ну скажите, что это вы все сами выдумали. Ну ведь мы же здесь все... Ведь мы же свои все. Отстань ты, своя. Вот они где сидят, и меня свои эти. Ну, теперь я вам за все, за дом, за тюрьму, где я сидел, за все я вам. Будьте вы трижды. Ой, так значит, это правда. Товарищ, товарищ, вы слышите, что он сказал? Ведь он же сейчас пришел и всех выдал. Боже мой, ведь они же сейчас погибнут все из-за него. Уж какой же вы мерзавец! Если бы я только знала, я бы вас убила, убила бы! Ну да, если бы так бы. А теперь руки коротки. Какой же вы мерзавец! Но полегче, барышня! Имейте в виду, и вас ляпнуть может, дура! Как же я раньше дура! Да не огорчайся. Да ведь он же всегда говорил такие вещи. Перестань. Противно было. Успокойся. Это же свой парень. Ну, говорит, для осторожности. Ну, чего ты дурака-то валяешь? Ну, пришел задание. Ну, чего ты? Слушайте, идите вы. Знаете, куда с вашим заданием? Все вы думаете, что для вас задание уходит. Жрать я хочу. Понимаешь? Вот и все мое задание. Они мне руку вывернули. Ну, ударьте, ударьте хоть бы его, чтобы он почувствовал, какой он гадина. Ну, что-то. А что часы, правильные? Часы, говорю, правильные? Встречают. Подготовились, значит, поверили. Вот это глоба.
10 часов. Хорошее время. Подходящее. На улице стреляй. А? Уже на улице стреляй. А ты чего же боишься? Ведь это же ваши в город входят. Ведь это мне бояться надо. А тебе-то что? Товарищ Семенов. Это наш товарищ Семенов. Товарищ Семенов. Он увидит. Ты что же, тебе не нравится это, а? Отстань! А ну-ка повернись! Я посмотрю на тебя, какой ты был. Так, так. Ну а теперь какой будешь? По земле ходить не полагается. Привыкай лежать. Расстреляют, лежать будешь. Что, что? Что вы делаете? А то и делаю, Валечка, что морду ему бью, сволочи. Ох, вот и кончилась моя конспирация. Так, так. Текают немцы. Теперь они нас стрелять будут. Это точно. Это уж у них такая привычка. Не хочется мне, Варечка, перед смертью, чтобы вы меня по ошибке за сволочь считали. Иван Иванович. Иван Иванович. Ой! Ну что ты, что ты, что ты, милая ты моя? Что ж ты так расплакалась, да? Я так измучаюсь. Вы сами какие измучаются. Ну ладно, 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 знаю, ладно. Знаю, знаю, все знаю. Измучил я тебя. Хоть ты, голубка ты моя. Ну ладно, ладно, ладно. Только ты имей в виду, они нас сейчас расстреливать придут. Это уж обязательно. Ну и пусть. Мне теперь все равно, ты не думай. Ведь наши же войдут в город. А как же? Умница ты моя. Обязательно войдут. Поэтому нас и расстреливать будут, что наши в город войдут. Это как предать. Дай-ка я тебе в глаза погляжу. Мне твой муж велел тебе в глаза посмотреть и сказать. Что? Что он очень любит тебя. Понимаешь, любви, милая ты моя. Кого-нибудь из командиров ко мне. Я за командира, товарищ майор. Вместо меня примите команду. Есть принять команду. Что слышно от моста? Эх, ну ты плохо слышишь, Стан. Сильно стреляют. Товарищ Сафонов приказал передать, что наши захватили мост. Можем отходить. Хорошо. Последний раз в жизни хочу сказать... Слава русскому оружию! Thank you.
Его живым оставить. Сядь! Автомата в упор, товарищ капитан. Валя. Валя. Сафоныч. Ну как ты, а? Сафоныч, Глоба живой? Сафоныч, а ты? Ты уже знаешь? Особенно.